Итак, всем привет, это снова с вами Максимка, и также снова продолжаем проходить игру Hellblade. Это уже шестой эпизод прохождения. Зачем продолжать, если не отдашь все, что... Узнать, что все гораздо хуже, чем представлялось. Такой вопрос, разве слабости? Если ты просто боишься честного ответа. Иногда ответ скрывается в памяти. Чувстве, песни. Ценного, посмотри на меня. Не сдавайся. Не сейчас. Кто ты? Ты веришь мне, Сенуа? Веришь в нас? Блин, офигенно. Дилион. Иди ко мне. Пожалуйста. Вон он, иди к свету. Так, сейчас мы, получается, направимся к берегу. Да, я помню это, я это помню. Бежим, она сейчас ранена. Иди к свету. Вон он, свет. Он маньяк. Это не он. Иди к нему. Он пропал. Прежде чем она встретила его, она жила в нехорошем месте. Она была еще подростком, но не таким, как другие. Она с трудом могла что-то делать редко. Лишь изредка она выбиралась на свободу. Сама собирала хворост, травы. Вот поэтому, чем живут... Таков был ее мир. Суровый. Пуст. Пока я читал, я куда-то забежал. В общем, я круг сделал. Вон он. Здесь. Ничто не нужно. Ау. Вон он. Так, мне надо туда идти. Фехтующий в тени дерева. Ну да, я помню. Луч надежды. Вот
блин, какую же они музыку тут используют? Так, история какая-то неинтересная, сразу говорю. Северяне рассказывали о великом герое по имени Сигмунд. Так, надо спуститься сюда. Или не надо спуститься сюда? Ладно, спущусь. Блин, да нет, правильно я иду. У меня еще батарейка садится, так что если сейчас я пропаду, значит у меня села батарейка на наушниках. И это очень плохо. Там были ворота наверху. Мне кажется, я не туда бегу. День за днем наблюдая издалека. Она подражала. Так. Я сейчас зачитаю и убегу опять не туда. Вон он. Все правильно. Да-да-да, вон оно, это дерево. Там предстоит разгадывать несколько загадок. Ух ты. Вон оно, это дерево. Так, теперь мне нужно туда бежать. Сейчас там будет просто нечто. What's your name? Senua. Как тебя зовут, Senua? Раньше тебя не видел. Я редко выхожу. А. Бэзимби, мне нужно идти. Подожди. Кто тебя научил так драться? Никто. Никто? Ну, я смотрела на тебя и... Ты всему этому научилась, глядя на меня? Знаешь, а ты должна стать воином. Я? Я Делион. Я прихожу сюда, чтобы тренироваться. Приходи, смотри. Приноси свой меч. Это не выразить словами, Ник, когда ты смотришь его в глаза. Так. Получается, там находится этот меч. Меч этого Делиона. Всего одно мгновение. Ой, ужас. Поглощает тебя. Но ее мир изменился в этот день, когда северяне отняли его у нее. Боги зря твой разум. Они не оставляют так. Даже если того, что осталось, не за что. Я не брошу его. Ты сама гниешь. Оставь меня. Ты умрешь здесь. Твои страдания попусту. Замолчи. Ты знал, что сейчас спорится. Делион, это ты? Я иду, любовь моя. Обещаю. Я найду тебя. Так.
Так, теперь мне нужно подобраться туда. И там появится у меня... Вот они не стоят. 5 испытаний. Вроде бы 5 или 4 испытания, которые мне нужно будет пройти. Ох, они довольно-таки страшные испытания. Есть одно такое испытание в темноте. Мне было страшно проходить. После того, как я пройду все эти испытания, я смогу получить этот меч. Так. Сейчас я сюда не смогу попасть. Вот, меч. Бери. Меч. Не бери его. Не получится тебя его сейчас взять. Оттуда, оттуда? Что это? Так, и вот они эти испытания выходят. Что происходит? Сено, представь себе этот меч, который может быть разбит. Может разбить богов. Его имя Грам. Его выковал верховный бог северян. Мне нужен этот меч. Это важно. Ты можешь помочь мне? Меч кажется целым, но это иллюзия. Говорят, что великий воин может перековать Грам. Если для начала выдержать испытание, одно из испытаний за одним. Бог меча, корни дерева смерти принесут тебя к новой земле. Где тебя ждут? Испытания. Так, испытания. Вон одно испытание. Вон еще одно испытание. Так, получается, мне нужно сейчас спуститься вниз. И лучше сразу начать то испытание, к которому я нахожусь ближе всех. Данному испытанию. В обломках. Идите к моему. Так. Так, итак, мы сейчас будем проходить это испытание. Я вот, точнее, сейчас не помню самое это близкое испытание, что здесь будет. Но сейчас посмотрим и увидим. Сейчас будет что-то такое подобие зеркала. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this. Где она? Все как-то не так. Да, сейчас, получается, переместились. Да, это такое место здесь. Постоянная иллюзия. Иллюзия. И с этой иллюзией нужно как-то бороться. Что? А, это история очередная. Then comes the reckoning. Again, Hervor demands her inheritance, but her father warns her that the sword is cursed and would be the bane of her family. But he relents and brings her the sword. She leaves the island with it, but the curse holds true, and death would follow in the years to come. And so, Senua, the misdeeds of a father. Daughter.
Вот довольно для такой игры, которая весит не слишком много, графика здесь довольно отличная. Вот она все равно всегда от меня отворачивается. Она никогда не смотрит в камеру. Не ходи туда. Возьми факел. Это не иллюзия. Это то место, где этот демон появляется только в темноте. А, нет, нет, нет. Гиллион, я здесь, я пришла. Так, мне получается, есть такое место сейчас, как подобие лабиринта. Здесь нужно зажигать факелы, чтобы не заблудиться. Я найду его. Я слышу его. Так. Сейчас подожжем здесь и пойду туда. Что это? Ты слышала? Иди, не так. Ты идешь не туда. Их иной раз можно не слушать, они, как сказать, эти голоса могут еще и обманывать. Но я иду правильно. Мне нужно подойти сюда к этой истории. Сцена, ты напоминаешь мне историю, которую рассказывала северяне о древней воительнице Херор, была дочерью Берсерка. Так. Так. Вот я зашел сюда. Теперь мне надо поджечь снова здесь. Не понял. Так, мы туда не пойдем. Так, вон еще одна история. Я его слышу. Да, я тоже его слышу. Так. Слушай, он становится громче. Дилион, Дилион, иди ко мне. Так. Так, там ничего не зажглось. Ладно, пойдем пройдемся туда. Так, мы там были. Найди другой путь. Ты все делаешь не так. Так, там я был. Судя по зажженному огню. Это не он. Мы же говорили, что это ловушка. Так. Нет, блин, не надо было поджигать. Как они все похожи, эти места друг на друга. Ладно, подождем то, что мы здесь были. Так, я там был. Так, что тут ничего нету? Ладно. Оба. Голос меняется. Он больше не похож на Елеона. And bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead.
Тихо. А хочешь, чтобы ты нашла его? Без него я не могу. Голос, это не Диллион. Блин, тут становится жутковато. Так, мы там были. Так, это здесь подождем. Пойдем сюда. Угу. Так, здесь ничего нету. Диллион, хочешь, чтобы я встретилась со своими страхами? Отец, я ухожу, я решила. Я думаю, так для меня будет лучше. А ухожу. Думаю, для меня это будет так лучше. Тьма говорит из тебя. Нет, отец, это говорю я. Я думаю, я справлюсь. У меня есть свой путь. Я вижу тьму в твоих глазах, дочь. Встретил мальчика. Мальчика? Сына вождя? Нет. Он сказал, это западня. Он говорил, что я могу быть нормальным. Нормальный, да? Никакой мальчик тебя не спасет и никогда не увидит. Тебе раскрыть эту гниль. Он отвернется от тебя. Только боги могут исцелить тебя моими руками. Ты никуда не пойдешь. Ты не можешь бросить вызов богам. Пойдем, дочь моя, возьми меня за руку. Пойдем, Ценуо. Нет. И я ухожу. Тебе не избежать от тьмы. Из-за твоего проклятия все будут страдать. Твои руки обгодит кровь. Итак, испытание со своим страхом, и ее страх был отец. Но испытание мы прошли. Это еще не все. Всегда нужно сделать что-то еще. Ты сможешь продолжить. Ой. Итак, сейчас нам нужно будет выполнить другое испытание. А для другого испытания мне нужно пройти где-то, не помню где. Так, вон оно испытание. Здесь она спустится. Я хочу рассказать тебе историю о боге Севериан по имени Бульдур. Он был вторым сыном Одина. Был красив, добр. Он всем был хорош чертами и говорил хорошие слова. Рассудил обо всем. Он светил для него свет и говорил о нем только доброе. Но он умер и первым из богов. Он умер первым из богов. Ну и чё, история, да история, какая-то она короткая. Так, вот они времена иллюзий. А вон она опять, эта душа этого мальчика, сейчас мы будем за ним идти.
тут предстоят такие иллюзии обмана, нужно будет составлять лестницу. Вот сейчас там прохода нет. Там мы не пройдем. Нам нужно сделать иллюзию, чтобы был проход. А иллюзия у нас будет в той маске, которая сейчас стоит. Вон, да, маска. Лицо. Маска. Лицо. Маска. Что происходит? Не смотри через нее. Сейчас у нас восстановится мост. Пожалуйста, мост остановился. Стоп, а там я спустил лестницу? Нет, ее с той стороны только спустить надо. Мост не сломан. Так. Где Леон здесь? Нужно найти руны. Чтобы найти Леона. Так. Получается, эти ворота закрыты, я туда не смогу попасть. Чтобы мне туда попасть, мне нужно снова посмотреть в ту маску. Для этого мы спустимся сюда, спустим тот мост, посмотрим в эту маску. Опять все станет дождливая погода и тех ворот не будет. Снова смотрим в эту маску. Пожалуйста, тех ворот там уже нет. Что за вратами? Итак, здесь у нас тоже все завалено. Не позволим исчезнуть. Вон он. Вот здесь снова врата. Все закрыто, завалено. Мне нужно смотреть эту маску, чтобы все это открылось. Пожалуйста, сейчас там будут развалины. А нет, открыта дверь. Так. А, я их не открою. Когда-то мир казался таким простым. Белая, черная, тьма и свет. А между ними такая тонкая черта, которую легко пересечь. Так, очередная история. Подсказка здесь рядом. Так, включаем историю. And amused themselves by throwing spears and stones at Balder, striking him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. Так. But Loki shapes himself into a woman. Этот знак где-то рядом. Is it really true? Он вон он. Вот он этот знак. I did not ask the mistletoe. Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Так, теперь мне нужно пройти по туда, выйти, чтобы мне потом было легче сюда попасть и сделать лестницу. Потому что вот эта лестница, по которой я поднимался, ее не будет, когда я пройду через маску. Так, откроем снова эти врата. Туда можно не ходить, там ничего нету. Я когда проходил первый раз, уже был там. Так, мост сейчас цел. Ворота можно сейчас открыть. Но там сейчас будет за ними цепь. Вот она на цепь. Туда мы не попадем. Так, теперь проходим по этому мосту. Опять нужно посмотреть в эту маску.
Когда первый раз проходил, я долго бегал туда-сюда, потом только определился, что мне нужно там восстановить лестницу, чтобы подняться наверх. Так, сейчас все развалено. Тот мост, по которому я сейчас прошел, он развален. Его нету, вон. Есть только этот мост. Так, сейчас я пройду подсюда. Вроде как бы врата должны быть закрыты. А нет, открыты. Так, пожалуйста. Вот то, что у нас сейчас творится. Вы наверху, тебе нужно подняться наверх. Иди, найди способ. Так, теперь мне нужно восстановить вот эту лестницу. Вот она, эта лестница. Вот так мне нужно было сделать. А когда первый раз я проходил, я делал это очень-очень долго. Я не помню, слушал ли я эту историю, но я ее послушал. Так. And goes to the gods as they throw things at him. The blind god, Hoth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Hoth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, сейчас буду искать эти знаки. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. Intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past. And Dillian, her future. Ну как она долго рассказывает? Вот. Так. Он не дорассказал эту историю. Для ачивки мне нужно ее повторять. Так. And he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down, and turned these bonds to iron, and dangled a poisonous serpent over his face, so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, and so must we. How are they going to watch you fought if these trials mean nothing? Gods laughing at you. What if they take you no closer to you? You let this get in the way. What if they are just to tire you out, make you weak before the battle? The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. He saw who she really was. He saw the warrior within. Да, я вижу этот знак, но он сейчас не подойдет. Потому что нужно мне перейти на ту сторону. Тот знак я оставлю на последнюю очередь.
And she listened to her father. She thought she could defy him. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Dillion saved you from them. Мне нужно на него посмотреть сверху. Нет, сверху не подойдет. Вон он, иди к нему. Быстрее. Иди быстрее. Тихо, падать не надо. Ты упадешь, это опасно. Так, и вот очередное испытание пройдено. Твой отец не может принять, что такое, не может понять, что такое тьма. Он может смотреть на мир твоими глазами. Никто не может. Мой отец родился слепым. Он даже представить себе не может, на что оно похоже. Ночь. Это слово. А почему оно так внезапно? Угу.
the price you pay for the gift you have. The gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I know. Кто-нибудь может дать мне ответ на один вопрос? Когда же PlayStation все-таки заработает, а? Так, вот еще одно испытание пройдено. Пойдем за другим. I saw once a plague strike northern lands.